Совсем скоро день влюбленных. Не знаешь, как удивить свою вторую половинку? Тогда смотри это видео до конца. Блокнот Ростов подобрал несколько идей, после которых все будут довольны. Хочешь сделать этот день сексуальнее? Тогда тебе за бельем магазин «Ажур». Выбери красивое белье по приемлемой цене. Ну а если ты мужчина и мечтаешь о тигрице в постели, подари своей девушке сертификат на покупку белья. Она выберет то, что ей понравится. И поверь, она порадует тебя этой ночью как следует. Оказывается, большинство парней, так же как женщины, хотят провести день наедине со своей второй половинкой. При этом закончить день они желают милым романтичным ужином. Мы предлагаем сделать заказ на стоп-суши. Тут вы уж точно не прогадаете. Сделав первый заказ, вы получите 20% скидку и романтичные роллы пронто в подарок. А помните, в школьные времена мы всегда дарили такие валентинки? Эта традиция всегда будет приятна в любом возрасте. Подари своей девушке пароль от Инстаграма. Ну а мужчине можно подарить пену для бритья, хотя лучше оставь ее на 23-е. А вообще, чтобы порадовать свою половинку, повод не нужен. Радуйте ее всегда.